Hello, people. I learn English for a long period of time, and I think that my English now is perfect. And I sound like a native speaker, and everyone in America will understand me because I speak like all them. Yes, I'm perfect, I think. Yes, I think so, yes. Hey guys, no, my English is not so terrible like this girl has, but also I'm not a native speaker and I understand that I never will be, but I learn English hard and I know that English will help me in my future. Ладно, ребят, перейдем на русский. Наверное, вы сейчас отовсюду слышите о том, как важно учить английский. Об этом вам говорят и ваши родные, и учителя. И знаете, если раньше знание английского языка это было какая-то отличительная особенность и какое-то преимущество над остальными людьми, то сейчас это такой обязательный пункт для всех людей, кто хочет чего-то добиться в этой жизни. И я не могу назвать себя человеком, который идеально разговаривает на английском языке и понимает прям все, что ему говорят. На данный момент нет. Но я постоянно работаю над своим английским, и я вижу прогресс, огромный прогресс над тем, что там было год назад, 2 года назад, и над тем, как я говорю и как я понимаю носителей на данный момент. И я знаю, что в будущем я буду говорить и понимать еще лучше, если сейчас ежедневно я буду работать над своим английским. И если вам люди говорят, что это невозможно звучать как носитель и вообще понимать английский язык, очень хорошо думать на нем изумительно, то эти люди имеют просто какие-то негативные установки в своем мозгу, и это мешает им двигаться дальше. Потому что, правда, мы же как-то выучили наш собственный язык, мы научились на нем думать, высказывать свои мысли, желания, просить о помощи. Значит, это все реально и с иностранным языком, если просто работать над этим и правда этого безумно захотеть. Знаете, для многих изучение английского языка ассоциируется с чем-то безумно скучным, неинтересным, потому что все мы в школе делаем просто множество, миллионы каких-то неинтересных упражнений на грамматику, изучаем какой-то материал, который мы будто бы поняли с самого первого урока, а мы тратим на него очень-очень много времени. И правда, очень много людей уходят в школы с писанными тетрадями, но с пустыми головами, потому что никакой преподаватель не научит вас английскому языку, если вы не захотите его учить самостоятельно. Очень много людей оправдываются там, что у меня нет времени, у меня нет денег, чтобы оплатить какие-то хорошие курсы или пойти к хорошему репетитору, но это все просто их оправдание. Они просто это говорят, потому что они ленятся. Знаете, это так же, как там о спортзале, например. Человек может говорить, что я не занимаюсь спортом, потому что у меня нет денег купить абонемент, потому что я очень занят на работе, но на самом деле он просто ленится, потому что еще какой-то другой человек, он постоянно там 3 раза в неделю или чаще занимается дома и здоровый, и чувствует себя прекрасно в своем теле. Главное просто захотеть и придумать себе цель, и тогда у вас все получится. И ваша цель должна быть такой сконструированной, не хаотичной, не абстрактной, потому что просто цель «я хочу выучить английский», она немного недостижима. Потому что английский язык, как и все языки в этом мире, развивается, и каждые 2 часа добавляется какое-то новое слово в словарь. И за год английский словарь пополняется на 4000 новых слов, и это очень много. И даже носитель языка не знает всех слов и в полной мере не понимает богатства его родного языка. Вашей целью может быть, например, я хочу поступить в университет за границей, в англоговорящую страну, или я хочу поступить в университет в своей стране, но бесплатно и, например, на программу, где вы будете учиться на английском языке, или я хочу много путешествовать, или хочу стать актрисой в Голливуде, и хочу знать идеальный английский язык, чтобы потом в будущем произнести красивую речь там на церемонии Оскар, когда мне будут вручать мой первый Оскар. Правда, ваша цель может быть совершенно-совершенно разной, и для каждого она своя. И важно,
чтобы вы сами могли написать план достижения своей цели, и только тогда у вас все получится. Потому что изучение английского языка, оно может быть веселым и интересным. И, конечно, да, вам тоже надо учить грамматику, делать какие-то упражнения, но также вы можете изучать язык, смотрев фильмы, сериалы. Лично я смотрю фильмы с субтитрами, с английскими и с русскими, с двойными. Но если я очень хорошо понимаю фильм, то я выключаю русские субтитры и все равно наслаждаюсь просмотром. И знаете, вначале вы не будете прям так кайфовать от фильма, потому что вы будете вникать не так в сюжет, а как вы будете стараться понять хоть что-то, что сейчас говорят. Но потом в будущем вы увидите, как каждый раз вы понимаете все больше и больше, как каждый раз вы все меньше и меньше смотрите на субтитры. И через какое-то время вы будете наслаждаться фильмом и наслаждаться своим прогрессом в английском языке. Также вы можете пересмотреть какие-то свои любимые сериалы, потому что, знаете, в сериалах, особенно в таких типа ситкомах, как там «Друзья», например, в них показана именно такая свободная речь, именно те фразы, такие идиомы, которые носители употребляют ежедневно. И именно английский из таких сериалов очень поможет вам просто в реальной жизни, когда вы переедете в англоязычную страну. Потому что чаще всего в школе мы не учим все эти популярные фразы, хотя именно это и сделает ваш английским более таким fluent, если можно так сказать. Также вам очень поможет в изучении языка чтение книг. Только нужно правильно выбирать эти книги, потому что когда я решила прочитать что-то на английском языке, я выбрала книгу Джейн Остин, которой уже 200 лет, и, конечно, мне было трудно ее читать, потому что в английском языке, как и в нашем родном языке, конечно, слова меняются, какие-то слова, которые употреблялись раньше, уже их нету сейчас в нашем разговоре и вообще в таком ежедневном быту. Так что пытайтесь выбирать книги, которые современные, которые написаны на понятном языке сейчас. А если книги это очень такое что-то основательное для вас, то начинайте с статей. Я также очень много читаю статей именно на английском языке, когда хочу выучить что-то новое, узнать что-то новое. Например, читаю на английском языке о актерах, их биографии, их фильмография, о режиссерах также, потому что эта тема мне интересна, и интересно изучать на английском языке то, во что вам хочется вглубляться и на своем языке. А если вы аудиал и вам нравится воспринимать на слух, то попробуйте послушать подкасты. Это очень интересно, потому что в них очень такой живой английский язык, много таких важных мыслей вы можете подчерпнуть себя. Я часто слушаю подкасты, когда там убираюсь дома, например, и я не скажу, что я аудиал, и мое внимание, оно так рассеивается немного, но все равно это лучше, чем не слушать вообще ничего и не воспринимать английский язык на слух. А если фильмы и сериалы немного такой сложный контент для вас, то начните с YouTube. Я уверена, вы найдете на англоязычном YouTube блогеров, которые чем-то похожи на ваших любимых русскоязычных блогеров. Начинайте с какого-то такого лайтового контента и переходите к каким-то сложным темам. Также можете изучать по видео какие-то темы, которые вам интересны именно на английском языке. Так что да, ребят, я надеюсь, я замотивировала вас на изучение английского языка, потому что на этом языке говорят 1,5 миллиарда людей, как на своем родном языке, и 2 миллиарда его еще и изучают. И правда, пол всей планеты понимает английский язык, может ответить, возможно, не так хорошо, но все равно хоть чуть-чуть, хоть как-то, хоть немного. И очень важно знать английский язык вообще в жизни, если вы хотите путешествовать, если вы хотите иметь в будущем хорошую работу, поступить в хороший университет, иметь возможность общаться и коммуницировать с людьми во всем мире. Так что учите английский язык, он 100% поможет вам в жизни.